Меня зовут Яковлев Константин Александрович, главный режиссер театра музыкальной комедии. Работаю здесь уже 13-й сезон. Началась моя карьера в этом театре с актерской профессии. Начал я осваивать ее еще в городе Новосибирске и получил первое образование актер драмы и кино. Но так сложилось, что пока учился на драматическом отделении, уже начал мечтать о музыкальном театре. Отучившись на актера драмы и кино, был приглашен в этот театр, уже прослушался здесь и Владимир Николаевич Филимонов, который был здесь главным режиссером, художественным руководителем театра. Он принял меня очень тепло. И помимо того, что он дал мне возможность проявить себя как актера во всех вообще спектаклях, о которых только можно мечтать, он еще и дал первую возможность попробовать сделать спектакль. Каждая постановка, она для меня особенная, поскольку, слава богу, что я живу в таких условиях, когда я могу себе позволить ставить то, что мне хочется, то, о чем сегодня болит моя душа, и я делаю это очень искренне, со всей любовью. Все свое время я отдаю театру, а все свободное время я смотрю «Катунь-24».